Ох уж эти 90-е. Не продохнуть было от количества бойсбендов и сладких голосов. Сегодня в рубрике «Где они ныне?» вспоминаем парней из группы Five. О том, почему группа распалась и чем ребята занимаются теперь, расскажет Даша Юрова. Бойсбендов может похвастаться дуэтом с легендарной группой Queen. Конечно же, коллективная мечта всех девчонок 90-х группа Five. Мировая слава парней длилась 3,5 года. В первый раз группа распалась в 2001-м из-за разногласий с лейблом и проблем в группе. И понеслась. Ровно через 5 лет ребята решили воссоединиться и кардинально поменять музыкальный стиль. Но не продержавшись и года, расстались снова. В 2012-м еще попыточка. Правда, из пятерки группа превратилась в квартет. Джей Браун, красавчик с проколотой бровью, не поддержал своих коллег. Сейчас мы ищем 5-го участника. Он должен хорошо выглядеть, быть чуть старше 30, ну и самое главное, отлично петь и танцевать. Шанс есть у каждого. Джей, кстати, пока ребята пытались наладить певческую карьеру, принял участие в реалити-шоу, где 12 селебов жили несколько недель в диких джунглях. Go mad. Я схожу с ума, схожу Go с ума. Mad with it. После такого экстрима Джей совсем затих и занялся продюсированием. А квартет Five отправился первый раз в Москву на концерт. В маленькой гримерке у бывших звезд мировой величины скромный стол. А на репетиции ребята заметно нервничают, как все пройдет. Все-таки перерывчик был долгим. Привет, Москва! Окей, ничего, что здесь сейчас никого нет. Мы вернемся через несколько часов на эту сцену и порвем всех! Это было в 2013-м, и с тех пор о группе ничего не слышно. Ребята явно заняты чем-то другим. Вот Скотт Робинсон, например, стал примерным семьянином. У них с женой Кэрри 4 детей. Скотт более эмоционален, чем я. Плачет, когда вспоминает нашу свадьбу, рождение детей. Я когда начинаю плакать, просто ухожу. Ты правда много плачешь? А сын Бреннон явно пошел по стопам отца, судя по этому видео. Эйб с Сюшен Конлон тихо, мирно поют, пишут песни без каких-либо значимых достижений. Шон участвует в музыкальном шоу «The Voice». И терпит неудачу. Сразу же вылетает из проекта. Судьи его даже не узнали. Как вас зовут? Шон Конлон. Шон Конлон. Шон Конлон. Я 10 лет назад был участником группы Five. Five! Не расстраивайся, Шон, ты хоть где-то светишься, в отличие от красавчика Ричарда Невилла. Про последнего участника квинтета вообще ничего не слышно. Зато все до сих пор помнят песни группы Five, а дуэт с Queen и сейчас можно услышать по радио, спустя столько лет. Это многого стоит. Даша Юрова, про новости.